Какие проблемы в округе сегодня являются самыми важными? Как их решают те, кто представляет интересы уссурийцев в городской думе? Встреча в формате круглого стола собрала для обсуждения актуальных тем депутатов и членов молодежного совета при думе округа. Основная тема нашего круглого стола является молодежь и политика. Кто-то хочет более глубоко изучить деятельность депутата. Что это такое? Какие вопросы они решают? А какие вопросы они решили? Вопросов от парней и девушек было много. И как хоккейную коробку во дворе построить, и как молодежи привить правовое воспитание, и про дороги Уссурийска, и даже нравится ли самим депутатам их труд. На что народные избранники ответили, что без сложностей в такой профессии, конечно, никуда, и работать необходимо на совесть. И в свою очередь похвалили юных активистов за неравнодушие к вызовам общественной деятельности. Сегодня нравится работа нашего молодежного совета. Он его ставит в пример как законодательное собрание Приморского края, так и у нас в городе. Хочу сказать, что вам выразить огромную благодарность за тот период, когда у нас было наводнение, и члены молодежного совета принимали активнейшее участие. Народные избранники сообщили юным собеседникам о планируемых мерах по трудоустройству молодежи. В частности, обсуждается вопрос о создании в нашем городе общественных пространств коворкингов, где будут собираться участники, которые объединены общим профессиональным интересом, чтобы создавать коллективы для реализации творческих замыслов и проектов. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс.